Страна ФМ принимает поздравления. Друзья, только хорошо бы микрофон поздравить нас. На Майка Войса. Подождите, и честно вам скажу, за целый день челюсть так низко у него еще не падала. Стала меня. День рождения, телерадиоканал Страна ФМ, и у нас потрясающая Елена Князева. Леночка, только что твой клип, а вот она во всей красе. Ребята, я так рада быть сегодня с вами. Я уже сказала очень много теплых слов за кадром, но хочу сказать в кадре, что вы потрясающие. Я очень рада, что мы вместе столько времени, что мы рядом, и что вы одними из первыми, кстати, поддержали мое авторское творчество, когда я начала работать с новой командой, с новым продюсером. Написала еще тогда первый свой такой прям сингл заметный личный, потом альбом, было много хороших песен. Все они стоят в эфире, регулярно смотрю, слушаю, знаю наизусть шоу, всех ведущих, Валерий Курашов, Александр Харулин. Реально люблю вашу радиостанцию, всегда поддержу. Любые концерты, мероприятия всегда ваши, Белка Раша. И, конечно же, с днем рождения. И пусть вы будете со страной больше, чем страна, и лучше, чем страна. Ой, спасибо. Спасибо тебе большое. Спасибо. Белка Раш. Ну, зрители, слушатели наши сегодня, они немножко могут почувствовать себя как-то в стороне. Что же нам пожелает, Лена? Мы же 2 года тоже. Мы же тоже 2 года вместе. Кто ради кого? Те ради кого? Те, ради кого все затевалось. На самом деле я смотрю за вашей аудиторией, у вас она уверенно растет, людей все больше, они все активнее и в группах ВКонтакте, и в любых соцсетях, в Инстаграме. Что пожелаем мы этим миллионам? Этим миллионам замечательных людей я хочу пожелать, чтобы хорошая музыка всегда была с вами. То есть страна ФМ. Да. Конечно, прежде всего страна ФМ, чтобы вы были со страной вместе, чтобы вы были и частью страны, и ее главной составляющей, чтобы нас объединяло одно, это музыка, любовь и любовь к своей стране. Леночка, спасибо тебе большое. Расскажи нам, пожалуйста, о своих планах. Ближайших, будет ли клип, что будет ли песня? Ждет-то, ждет-то, во-первых, что? Во-первых, у меня большой подарочек тебе как женщине. Ой, мало кто знает, Лена это умеет делать. В прошлый раз не сложилось, я выпустила. Я отнесу начальству подарки и сяду на место. Что это начальство? Пожалуйста, спасибо. Мне очень было приятно это сделать. На самом деле, это просто был должок. Я раскладала всю партию своего авторского аромата, который называется Evening Copangan. Эти духи придумала я, сделала я. Вот, я принесла В прошлый раз ребятам аромат, и Александре не хватило, и мне было так больно, как будто мне не хватило. Вот мы выпустили новую партию, я, естественно... Лена, я понял. Я понял смысл. Это подарок в том числе мне и всем мужчинам нашего коллектива. Знаешь почему? Конечно. Они будут на конечно. Тебе, мы будем слушать этот аромат. А вот правильно, вот кстати, молодец. И все говорят, Лена, вообще не глупый парень, да. Спасибо. Молодец, спасибо тебе большое, это неприятно, приятно. Леночка, мы тебе всегда очень рады в эфире. Мы надеемся, что ты обязательно нас в ближайшее время порадуешь новым клипом. Я уже вовсю. Я написала кучу новых песен. Будут сейчас съемки. Написала «Кофе и алкоголь», только сегодня выложила. Вот. Но петь я буду сегодня больше, чем голая. Потому что эта песня и для мужчин, и для женщин. Потрясающе. И для нашей аудитории. Вот. И мы набрали, вот, кстати, буквально на днях больше 1 000 000 перевалило уже только ВКонтакте и больше 2 на моем канале в YouTube. Вот. Я так уж как-то не слежу, мне скидывают просто люди. Я пишу новый материал, написала много новых песен. Не знаю, что из них сложится в хиты или хотя бы в какой-то крепкий материал. Но я всегда озадачена тем, что я делаю много нового материала. Ты знаешь, много проектов. Я занимаюсь ювелиркой, я занимаюсь ароматами. Да, я много езжу на гастроли. У меня действительно сейчас достаточно плотный, поэтому для меня приоритет — это новый материал. Это сложнее всего. Леночка, за что мы тебя и любим? За активность, за красоту. Но скоро я приду к вам с кофе и алкоголем. Ждем. Ну а сейчас ждем от тебя музыкальный подарок. Я сама волнуюсь всегда. Давай, не волнуйся, мы тебя поддержим. Выключаю свет. Всем отвечу нет, ярко-красный лак, раздеваюсь в такт, повернусь спиной, голос, лед, вино, не скажу зачем, но отвечу всем. Я как будто бы сердце вынимаю из холода в этих нотах, столько правды, что я больше, чем голая. Голос сел, прости, но должна сказать, ты сумел раздеть, но не смог понять.
Я как будто бы сердце вынимаю из холода. В этих нотах столько правды, что я больше, чем голая. Будто бы сердце вынимаю из холода. В этих нотах столько правды, что я больше, чем голая. Больше, чем голая. Ау, больше, чем голая. Как будто бы сердце вынимаю из холода. В этих нотах столько правды, что я больше, чем голая. Будто бы сердце вынимаю из холода. В этих нотах столько правды, что я больше, чем голая. Я как будто бы сердце вынимаю из холода. В этих нотах столько правды, что я больше, чем голая. Да, я должен сказать тебе две вещи. Первая вещь. Я, конечно, немножко смущался, Саш, перед тем, как вести с тобой эфир. А потом пришла еще Елена Князева и спела эту песню передо мной. Появилась, Лен, еще больше сексуальности в нашем эфире. Скажи, Елена Князева, Леночка, спасибо тебе за этот потрясающий подарок. Хочу сказать, на самом деле... Ты еще одного поклонника просто так хоба и заполучила. На самом деле, как ты придешь, у вас вечно какие-то красивые молодые мужчины. Мы, знаете, их выращиваем в лаборатории. Знаете, это наш лучший экспонат. Отпроси меня с работы, понимаешь? Отпроси меня у жены, наверное, да? Просто всегда я знаю, чем заканчивается. Друзья, сейчас, я думаю, да, ребята, сейчас мы будем с вами эфира. Так, давайте про другое. Леночка, дорогая моя, сейчас Миша, ответственный за гимн, объяснит тебе нашу просьбу, пожалуйста, выполни. Правильно. Я за это даже, может быть, галстук сниму. Мне очень нужна следующая строчка. Почему? Потому что мы пишем гимн. Каждый артист приходит и пишет строчку от себя, и они все складываются в рифму. Итак, у нас последние строчки следующие. Буду петь и танцевать. Я люблю страну FM. Слушайте Кольцову Эмма. И после этого нужна следующая строка. Мне нравится вторая строчка. Как угодно. Ты можешь в рифму, можешь свою рифму задавать. А как вы собираетесь вложить это в ноты? Это уже следующая задача. Это специально обученные люди. Чтоб музло гремело всюду, и опаздывать не буду. Буду петь и танцевать. Я люблю страну FM. Слушайте Кольцову М. Если вам нужна будет мелодия или как-то я, зовите меня, я очень хочу. А может быть следующая строчка нужна? Да я хочу рифму. Я люблю страну FM, слушайте Кольцову М. И смотри по телевизору. Прекрасная рифма, кстати, к Кольцове. Вообще не подходит. Ну ладно, ладно, хорошо, тогда там должна быть Белка Раша каким-то образом появиться. Белка Раша без проблем. Вот. Чё, что там? Белка Раша. Потому что ты вдохновение, Саш. Ну, правда. Я бы даже не уместил ее. Ну, давайте так. Итак, тогда так. Я люблю страну FM. Слушайте Кольцову М. Белка Раша. Но проблем. Зачем артисты, если у вас продюсеры все сделал за меня? Спасибо большое. Спасибо, Елена. Будьте добры из студии. Белка Раша. Елена Князева. Каждый день с песнями, клипами в нашем эфире, в эфире телерадиоканала «Страна FM», а сегодня лично присутствует здесь, в нашей студии, поздравляет нас, всю команду «Страна FM», ну и, конечно, вас, наших дорогих зрителей. На самом деле укладывается. И первый человек, который по-умному написал в рифму свой инстаграм. Собачка Эд, белка, нижняя подчеркивание, Раша. И который, в общем-то, продемонстрировал свои знания иностранного языка. Ну тут знания невеликие, прямо скажем. Ни одной ошибки могу сказать. Но все-таки филфак МГУ 5 лет, РОМГЕРМ. Да, МГИМО, коллега. А вы какой факультет, Михаил? Потом, я что ж, Мне кажется, нам стоит, что обсудить за бокальчиком просекко. Просекко, это случится уже через 3 минуты, ребята, друзья, дорогие мои, любимые. Леночка, я думаю, что ты сегодня в таком потрясающем наряде. И нам очень нужно сделать одну видеозапись. Потом мы просто будем... наши мальчики, я знаю, себе все это повырезают, закачают телефоны. Тебя, коротенечко, с днем рождения. Happy birthday, страна FM, что-нибудь такое. Happy birthday, страна FM. Happy birthday. Birthday,
birthday, страна FM. Happy birthday, страна FM. Белка Раша, no problem. Все, мы эту строчку теперь я запомним. Я просто вот... Всех. Саш, ну почитай, твоя строчка. Ну честно, ты меня сейчас просто, просто вытащила. Просто убили меня всем сегодня на повал. Да, Белка Раша, Белка Раша, что давай? Я не знаю, как ты дальше будешь жить без Леночки, судя по твоим глазам. Лена, а у меня сейчас будет перерыв, я знаю ровно после тебя. Я на самом деле так разволновала, что похудела, я смотрю, какие шорты мне большие стали. Ох. Внезапно. Ох, друзья, ну, в общем, вы все понимаете, у нас тут и стрелы Амура летают, и поздравления звучат, и гимн складывается. День рождения телерадиоканал «Страна ФМ». Елена Князева, Леночка, спасибо огромное всем, кто с нами. Спасибо. Спасибо всем, люблю «Страну ФМ», спасибо, с днем рождения. Спасибо.